очень. Скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай. Баю, бай. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Сегодня в Кремле открывается очередная сессия Верховного Совета Российской Федерации. Накануне наши корреспонденты беседовали с депутатами из Тамбовской области. Тема разговора – забота о закреплении молодежи. Так вот за последнее время, последние 15 лет, наша молодежь хозяйство. Волновал такой вопрос строительства нового дома культуры. И только этот вопрос решился после съезда нашей партии. Вот такой пример с этим домом культуры. Как вот в этом году уже, можно сказать, на октябрьские праздники нам строители обещали посмотреть уже фильм. Вот уже чувствуется дух времени, дух перестройки, можно сказать. Люди стали населить активнее. Депутаты местных советов в этом вопросе также проявили большую требовательность. Надо что-то делать, конечно.